Председатель Кабинета министров Улукбек Марипов проинспектировал состояние Орто-Токойского водохранилища. Как вы видите, воды в резервуаре очень мало. Уровень воды упал, и из-за отсутствия поливной воды в Чуйской области вода забирается из Орто-Токойского водохранилища. Это необходимая мера, и как только ситуация разрешится, объем сбрасываемый из водохранилища воды сократится, сказал Марипов. Председатель Кабинета министров поднял ряд вопросов. Продовольственная безопасность в стране во многом зависит от подачи поливной воды на пашню. Если ирригационные каналы не очистить и не отремонтировать, дренаж будет неэффективным. Вода до полей не дойдет. Эта проблема усугубляется с каждым годом. Для решения водных проблем необходим комплексный подход, такой как пересмотр тарифов на воду и ответственность местных ассоциаций водопользователей. Если эти ассоциации находятся на балансе аильных округов, средства пойдут в местную казну, и земледельцы смогут потребовать соответствующее количество воды у местных властей. Эти вопросы сейчас находятся в повестке дня Кабинета министров, сказал Улукбек Марипов.